Так, на распаковке Mi 5 с AliExpress. Доставка 22 дня. Давайте посмотрим, как там что. Пупырчатый пакет такой хороший. Характеристики тоже говорить не буду. Просто интересует комплект. Еще один пакет. Не пупырчатый. Вот. Подарочек. Силикон, переходник. Переходник. Говно. Здесь у нас. Смотрим. Отличная вещь. Вот это хорошо, приятно. Особенно мне сейчас нужна была такая штука. И ходил, бегал, искал. Вот, бесплатно. Хотя никогда не нужно было, всегда выкидывал. Силикончик. И пленка. Жалко, что не стекло. Такой вот Anonymous. Ты Dreamy. Mi 5. Сам телефон. Телефон без следы, вскрытый. А это аппарат у нас, значит, Type-C, все, ну, по стандарту. На 64 гигабайта белого цвета. Вскрытый, значит, Global стоит 100%. Предыдущий с Gearbest, что брал, тоже был вскрытый. Сейчас посмотрим. Ссылка на продавца скину, очень быстро отправляет. Отзывов много, покупок у него много. Телефон. Ну, не коцанный, ничего. Опять-таки, ну, характеристики смысла говорить вообще нет. Коцка что? Нет. Характеристики смысла говорить нет. Так. Ждем в итоге посмотреть, есть ли русский. Ну, глобалка это 7. Тут 7, кстати, MIUI будет 100%. Потому что 8 сейчас нигде нет. Особо. Еще, а, 8 стоит. Нехило. С Gearbest'а брал просто телефон, был MIUI 7. Здесь стоит 8. Окей, Global, русский язык присутствует. Все хорошо. Просто на китайских прошивках идет 2 китайских языка и 1 английский. Здесь 8, все хорошо. Активирую дальше сам, смысла нет показывать. Вот еще брал под него, тоже с AliExpress, китайское стекло, бумажка, все дела. Ссылку тоже в описании укажу. Оформлено нехило. Сейчас посмотрим. Говорят, Nilkin, типа, самое крутое стекло, но оно стоит умеренно. Посмотрим, что будет здесь, как это будет все работать, выглядеть. Вот такое стеклышко. Почему показываю? Потому что брал стекла тоже на Mi 5. У них вот здесь вырез идет такой полностью под кнопку. А здесь у нас прямо вот он по стеклу ляжет. Хорошо. Ну, наклеим. Наклею покажу. Ну, в принципе, все. Спасибо за просмотр. Вот. Будут видео какие-то положу еще. Может, наклейку пленки, наклейку там стекла, что-нибудь такое. Все, спасибо.